Конец ноября. Погода чудесная. Сибирский рыболов первый раз поехал на рыбалку. Ну вот решили немножко поснимать. Ну как бы вот такие окуньки. Сожрал у меня опарыш. Я его вытащу отсюда. Степанько, кайфуешь? Кайфую, с тобой кайфую. Этот что ли? Вот как надо рыбачить. О. Обернись, Толь, обернись. Вон. Как надо, мужики. Да ну, а ты что это? Это у вас так. А ты что, это разминка была, что ли? Вот он, видишь? Вы просто не знаете, где их ловить. Ну вот, твоя рыба. Поплакала, видишь, и у нее царская рыба. Есть. У меня есть тоже рыба царская. О, вот рыба. Подожди. Вот, еще раз. Ура! Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Но это не тот, что блеснул мне сверху. Матросики. Угу, подошли. Так, сейчас посмотрим на мужскую и женскую рыбалку. Так, это мужская. Так, погнали. А вот это женская рыбалка. Там такая мормочка была. Даже палец не корябает. Что, смотри, ни одного ельца даже, да? Такая ельца, они обычно стоят с другой стороны. Вот. Ой, да. Смотри, какой у меня ёрш. Ну, а ты говоришь. Зацеп, что ли, или что? Мою-то снимите. Да подожди ты. Ты-то уже вытащила. Ну а я как будто вот сейчас вытаскиваю. Хорошо. Сняла вашу котлету. Вот тоже сытой.
почему этих вершин нету, а вот этих есть. Вот такая котлета. Это так у нас один рыбак говорит. Что такое? А? Щука? Ой-ой-ой. Что, тоже у тебя такое? Зацепило? Что, щука? Ну, застрял просто. Такой же? О, хороший. Покажи вон. У тебя покруче, да? Нет, у тебя такой. Да нет, побольше. О, нифига, Лешу-то не видно. Там вообще. Да нет, у тебя больше. Да, я такой же. Что-то рвало. Как там? Что там? Ничего, окунь же. А? Окунь же. Ну, окунь, но далеко. Ну, пол котлеты. Ты вот он не ускачет. У каждого свои котлеты. Это чего такое? Ай, мне показалось, что это что-то юлец какой-то. Вот уже накопали тут бураном всяких ям. О, ну выехать очень трудно, конечно. Ладно, слава богу.